Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет видео на тему легализации через образование. На связи с нами юрист частной практики Марина. Она находится сейчас в Италии. И она расскажет нам основные моменты, как можно легализоваться через обучение в Италии. Да, здравствуйте, Алена. Здравствуйте, все, кто нас смотрит. Итак, расскажите, пожалуйста, вот легализация через обучение, да, куда нужно поступать, какими критериями необходимо обладать, насколько это просто или сложно, и финансовые затраты ориентировочно. Алена, я могу вот просто сказать, что я вот в основном все-таки квалифицируюсь именно на иммиграции через автономную занятость, бизнес-иммиграции. Скажем так, все, что касается учебы, единственный вариант, который вот я сейчас предлагаю своим заказчикам, это через поступление на языковые курсы в Риме. Не просто языковые курсы итальянского языка, они именно как курсы для специалистов, связанные с вашей основной специальностью. То есть если вы юрист, это идет там юридическое направление, вот этих курсов, там вы и экономист, и экономическая направленность, то есть вот такие именно они достаточно серьезные курсы, и, кстати, вот хорошие результаты дают, то есть вот в моей практике еще даже ни разу не было отказов из-за того, что консульство не выдало визу по этому основанию. Скажите, пожалуйста, просто после окончания, да, человек получает возможность там поиска работы по этой специальности, да, который, где он повысил квалификацию, то есть или возможность открытия рабочей визы. Какие у него перспективы? Алена, понимаете, как бы он не получил какую-то дополнительную специальность, скажем. Повысил. Он просто получил диплом, что он является там, диплом о том, что он окончил там, допустим, какие-то курсы, является медиатором или еще кем-то, не знаю, там просто разные уровни есть. Но опять же, это не способствует тому, что его сразу же, что он имеет право трудоустроиться. Он имеет право конвертировать рабочую в студенческую визу в рабочую, также в рамках квот. То есть, если будут квоты, то он, и у него, естественно, будет потенциальный работодатель, то он может, скажем так, даже не выезжая из Италии, подать запрос через префектуру и конвертировать студенческую визу в рабочую. Да. А если, естественно, вот нет, то он, ну, тут другой, получается, либо взять второй год обучения и дожидаться опять этого выхода квот, либо просто как-то подрабатывать, потому что студенческая виза, она дает право и осуществлять и трудовую деятельность, но не более там 20 часов в неделю. Но в любом случае, как бы это, я бы не назвала, что это какой-то там бонус или получил дополнительный диплом. То есть в любом случае он, как юрист, например, даже если он закончил вот эти вот курсы итальянского языка для юристов, все равно это не диплом юриста, скажем так. Хорошо, а вы сказали, что вот в статусе учебной визы можно обучаться определенное количество часов в неделю, но это должно... Это нет, может не быть... обучаться, я сказала работать. Работать, да-да-да. Работать, это при, скажем, при учебном заведении или может в любом месте работать? Нет, абсолютно в любом месте он может работать, если есть работодатель, готовый принять его на работу, на неполный какой-то рабочий день, он имеет право работать не более, да, 20 часов в неделю, пожалуйста. То есть на любой профессии, которая даже будет не связана, да, с его обучением или с его квалификацией, то есть это может быть... Нет, абсолютно не важно, то есть главное, чтобы его знания были необходимы вот этому вот работодателю, неважно, какая это работа. Ага, замечательно. Но правильно ли я понимаю, что все-таки для получения вида на жительство нужно будет еще подтверждать свой доход, да, что у человека есть денежные средства на обучение? При запросе визы D, естественно, консульство требует. Но тут даже для студентов обычно не то, что подтверждают доход, как, например, если вот мы говорим о рабочей визе, там требуется именно подтверждение дохода в виде там справки. Если это наемный работник, то это справка D2 НДФЛ с работы за прошедший год, то есть налоговый период. Либо там, если вы индивидуальный предприниматель в России, то вы подаете консульству налоговую декларацию о том, что у вас получены доходы. Если мы говорим о студенческой визе, там просто достаточно выписки из банка о предоставлении необходимой там суммы, которая рассчитывается там если виза на год, то сумма, которая достаточна на проживание в течение года. То есть это не справка с работы. Ну, в принципе, это хорошая возможность для того, чтобы начать. В принципе, те, кто хочет вот переехать в Италию, в принципе... Да, осмотреться хотя бы, язык подучить. Я тоже считаю, что как бы вариант очень... И он достаточно простой, там никаких документов собирать не нужно даже.
Да. Я знаю, что это отличная возможность для легализации через языковые курсы. Я пытаюсь всегда доносить нашим подписчикам в Инстаграме тоже этот вариант, потому что люди хотят вот сразу, да, не зная языка, ничего, вот хотят сразу вот и чего-то много и глобально, да. Я говорю, ну давайте понемножку, поэтапно. Вот начинайте с языковых курсов, в принципе, это можно не только в Италии, в любой стране, и дальше вам начнут уже открываться возможности. Да, либо человек вообще приезжает, вот буквально недавно в этом году девушка поехала на обучение в Рим, она так хотела здесь остаться, она меня спрашивала, как потом можно ей легализоваться здесь, как конвертировать, то есть были такие масса вопросов, такое рвение здесь остаться, но пожить почему-то здесь вот на Новый год она уже уехала, а вот такое количество времени достаточно небольшое, потому что с сентября начала учиться, и она поняла, что это вообще не ее, что ей не хватает вот и родни, там мамы, папы, хотя достаточно взрослая женщина моего возраста, и она бросила эти курсы, уехала, хотя человек вообще изначально планировал здесь остаться чуть до конца жизни. Поэтому это прекрасная возможность понять вообще, оно тебе нужно или нет. А вот еще такой момент пришел в голову. Скажите, а человек, если приехал по туристической визе, может он, не выезжая из страны, с туристической визы поступить вот учиться и остаться? Получить вид на жительство можно только через визу D. То есть туристическая виза, она не дает возможности получить вид на жительство, если вы не родственник гражданина Италии, либо не родственник, скажем так, человека, имеющего там вид на жительство, легально здесь находящегося. То есть если вы не относитесь к этой категории, то просто пойти и сказать, конвертируйте мне мою вот эту вот визу C, вид на жительство, конечно, нет, это невозможно. Нужно возвращаться домой, на родину к себе и через консульство запрашивать студенческую визу. Поняла, да, потому что я знаю тоже вот по Польше так можно сделать, то есть можно въехать сюда по туристической и перейти потом на студенческий ВНЖ. Ну да, везде как бы разные. Да, ведь есть свои условия. Ну, по-моему, все аспекты уже такие вы осветили. То есть, если у нас будут дополнительные вопросы у наших подписчиков, тогда мы будем выходить с вами на связь. Да, как вы обычно проводите в консультации по скайпу или по ватсапу, как у вас они проходят? По скайпу и по ватсапу, и, собственно, как удобно заказчику, я так и провожу, мне вообще не принципиально. А скажите, пожалуйста, а у вас получается, то есть либо как бы устная консультация, либо письменная, да, совмещение, возможно, вот такой консультации или... Естественно, конечно, все возможно, поэтому я говорю, я открыта к пожеланию заказчика, если у него просят делать и так, проблем нет. Хорошо, ну все, спасибо вам большое. Будем с вами на связи. Всего доброго. Очень рада были с вами пообщаться. Надеюсь, и у нас скоро закончится карантин. И да, поскорее бы уже.